Всем доброго дня! Рада вас приветствовать в этом видео. И сегодня мы поговорим о таком интересном задании, которое называется «Написать свои личные аффирмации». Вы можете использовать такие позитивные утверждения на различные области вашей жизни. Это может быть здоровье, это может быть личная жизнь, отношения, любовь, дружба, благосостояние, изобилие, карьера. И здорово, если вы включите из разных сфер туда. Я уверена, что многие из вас уже знакомы с таким словом, как аффирмации. То есть, проговаривая эти фразы, мы самопрограммируем свой мозг на ту волну, на которую нам важно идти. И, конечно, они работают, когда мы читаем их регулярно. Вы можете их записать на листочке, вы можете записать их в блокнотик, вы можете сделать заметку в телефон. Есть классная такая идея записать аудио под музыку на свой телефон, на диктофон, и затем их прослушивать в удобное для вас время. Это займет у вас буквально 1-2 минуты, однако послужит вам очень хорошую пользу. Как сделала я? У меня есть вот такая рабочая тетрадь, в которой я пишу все свои отчеты на каждый день, обязательства, планирование. Помимо ежедневника, я еще делаю такие рабочие разные свои записи. И на первой странице я себе записала аффирмации красным цветом. С удовольствием с вами ими поделюсь. Я живу в любви и гармонии. Любовь наполняет меня и мое пространство. Я достойна любить и быть любимой. Я выхожу замуж по любви, и я счастлива. Я принимаю любовь в свою прекрасную жизнь. Я фартовая, мне всегда везет. Моя любовь бесконечна, как сама Вселенная. Моя семья крепкая, дружная, гармоничная. Я создаю любовь в семье во благо всему миру. Я счастлива, безусловно, каждый день. Я благодарю свой род, Бога, ангелов за благополучие в моей жизни. Вселенная изобильна для меня, мне всего хватает. Я получаю то, что мне истинно важно. Мое тело здорово, полно энергии. Мне на все хватает сил, времени и ресурсов. Я позволяю миру заботиться обо мне через других людей. Я с благодарностью принимаю поддержку и помощь мужчин. Я с благодарностью принимаю любовь, внимание и заботу от любимого. Я достойна и с благодарностью принимаю цветы и дорогие подарки от мужчины. Я достойна и легко притягиваю нужных людей, ресурсы и ситуации для моего блага. Я притягиваю большие суммы денег, легко и часто, мне во благо, из ожидаемых и самых неожиданных источников. Я вдохновляющая, летящая женщина, способная вдохновить любимого мужчину на достижение цели и роста благосостояния нашей семьи. Чем больше я люблю себя, тем я становлюсь счастливее, красивее и богаче. Я читаю эти аффирмации 3 раза. У меня есть также аудио, когда мне это удобно, я это делаю на телефоне, но в течение дня я стараюсь прочитать их именно вот визуально, да, читаю 3 раза подряд, убираю, и, знаете, ощущение очень такого внутреннего спокойствия глубокого, и тем самым мы наполняем себя верой, мы настраиваем наш мозг на ту частоту вот этих волн, на что мы проговорили, да, свои аффирмации. Поэтому сегодняшнее задание – написать 20 своих личных аффирмаций. Они должны быть в позитивном ключе, в настоящем времени и не содержать частицу «не». Вселенная ее не слышит, поэтому будем использовать все доступные для нас ресурсы. А на этом я заканчиваю свое задание. Все записали? Живите душой и будьте счастливы. Пока!